Привет, ребятки! Сегодня будет термоядерный лайфхак о том, как согреть бассейн. Как вы помните, в прошлом году мы собрали специальную конструкцию из ПНД-трубы и бочку, которая нагревала радиатор, который в свою очередь нагревал бассейн. Он, конечно, грелся, но, елочки-палочки, она была такой прожорливой. Да все мои сестры не едят столько за завтрак. А ты не в счет разве? Слушай, я вообще отдельная тема. Первый раз слышу, чтобы на завтрак ели дрова. Мы всю зиму изучали эту тему, очень в нее углубились. И уже хотели было покупать специализированный водонагреватель, но потом нашли более энергоэффективные и малозатратные средства. Сколько умных слов! Можно на русском, а? Дешево и клево. Короче, мы решили собрать маленькую печечку на скорую руку и запихнуть туда радиатор. А для этого нам понадобится шамотная глина и кирпичи. Русская женщина и коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. Ну а девушки пока тренируются на печках. Утю тебя замесячиной. Также для увеличения КПД мы нашу ПНГ-трубу завернули в такую, ну, своеобразную теплицу. Тут у нас брусочек и большое стекло. В общем, теперь дела у нас обстоят так. Утром и днем у нас бассейн греется нашей мини-теплицей ПНД-трубой, а вечером мы просто затапливаем печку на ночь. Бассейн у нас крытый, он не нагревается солнцем, но при этом температура не падает ниже 28 градусов. А если ваш бассейн стоит на улице, то дела будут обстоять еще лучше, поскольку он будет нагреваться солнышком напрямую, и вода будет еще теплее. А сейчас небольшой дополнительный лайфхак. Все, давайте приятно снимаем. Чтобы вам приятнее плавалось, берем любой подручный надувной предмет, поднос, всякие вкусняшки. И плаваем с удовольствием. Ребятки, надеюсь, вам все понравилось. Не забываем ставить лайки, подписываться на наш канал, если вы еще не подписаны. У нас тут вкусняшки уплывают, так что бай-бай. Чур, я первая ныряю. А что ты делаешь, Амиша? Мухоморы для печки делаю. Мухоморы для печки? Ой, она мне испачкала свою пачку, испачкала. Все для тебя. Пусть у меня замечательные. Пачку мыть! Что же тебе?